Па да? Да, конечно. Я не знаю почему, окей. Ты думаешь, что они привезут деньги? I don't understand how to work television. Я уже включил телевизор, дурак ты! Ох, как холодно, блядь! Босс, как дела? Все хорошо? Он такой тупой, я не понимаю. Действительно, он дубин. Что-то вот здесь не работает. Да, я знаю. А не будет принести деньги или нет? Я не знаю, серьезно. Принесу, дети, когда на голову! I hear something at the door. Иди открой дверь. Да есть, босс, I will answer. Перестань быть такой тупой. I'm sorry, sir, I don't understand. Отойди от меня, американский свинья. Boss, these men are here for the deal. Do you have the money? Yeah, that's it. It is all here. Подожди, Игорь! Ты посмотрел, если у них есть пистолеты? Right, boss, right. Это свинья! Fuck you! Блядь! Say things like, I went to school today, no one's gonna fucking know. No, hey, they Russians, will. No, right, you're yeah, Russians in the world, idiot! Alright, shh. Alright. Босс, он все равно тупой, да? Да, не, конечно. Не понимает, что мы, да. Мы говорим. Он нет. Тупой. Окей. Ты думаешь, что они принесут деньги? Я не знаю, я не знаю. I mean, я не знаю. Может быть. Может быть. Если нет, сейчас как дам голову!